«Дорогу талантам». Сургутский государственный педагогический университет провел творческое состязание для первокурсников «Первовидение». 5 команд, больше сотни новоиспеченных студентов покажут свои таланты в нескольких направлениях. Среди них мода, театр, оригинальный жанр, песня, танец и другие. В течение 3 дней будущие профессионалы поборются за звание самой яркой и оригинальной сборной. Как отмечают организаторы, выбирать победителей с каждым годом становится все труднее. Первовидение – это наше традиционное ежегодное мероприятие, где мы собираем всех первокурсников, все самые свежие таланты, предоставляем им площадку для того, чтобы они показали все свои способности в творческих направлениях. Ребята демонстрируют свои таланты на сцене, и на данный момент, уже сейчас, эксперты – это руководители наших кружков в университете, студии отсматривают и также могут индивидуально приглашать ребят к себе заниматься. Первокурсники не скрывают волнения и радости перед выходом к зрителям. Многие, к слову, настоящие дебютанты и в главных ролях, как и на сцене, впервые в жизни. Как поделились студенты, репетировали днями и ночами, и после выступления понимают, что все старания были не зря. Состязание дебютантов завершится в четверг гала-концертом, на котором покажут самые запоминающиеся номера. Все классно, было волнительно, но после таких моментов понимаешь, что все не зря, все репетиции, которые были допоздна, вся наша усталость была не зря ради такого результата и ради таких благодарных зрителей, которые поддерживают и любят то, что мы делаем. Программа у нас стояла, как тема была «Американский ситком», где каждый из главных персонажей пытался добиться своей мечты, и, как могли многие увидеть, у них это получилось замечательно.